А вот не прощу. Ты готов? Относительно. Идем. Это тот пухарь, которого мы находили, кажется, который еще считал, чтобы нас найти. В прятки когда играли еще. Ты смотри, где гнездо. Окей, я полез. Удерживай У, чтобы безопасно бегать по деревьям. Как бегать по деревьям? Ага, вот по этим деревьям, наверное. О, ничего себе, он ниндзя. Ха. Нажмите пробел и лезьте в развилке, чтобы... Блин, пока еще ничего не понятно. Дима, индийцам трудно управлять. Откуда ты полез, индийка? Вот так, наверное. Нажмите пробел, находясь, чтобы лезть вверх. А, вот так. Нажимать надо. Не за что ухватиться. Узлы на коре где? Он смог залезть все-таки. Лучше? Да. Я согласен. Не факт. Через... Сколько? Так надо убить их прежде, чем они не спятся. Я за, чувачок, я за. Ну, так мы учители. Да, перья орла неплохие. Да, не спускаясь на землю, это тяжело. Прикольно, как они, интересно, научились на диалекте индийцев разговаривать. Уже типа мертвые, ну почти все индийцы погибли. То мало очень их осталось в Америке. Эй, ты думаешь, что они забыли уже давно свой язык? Помедленней. Извини. Ой! Не касаясь земли и воды. Нет, ненавижу! Я все равно сделаю. Это сделаю. Опять! Ладно, я сейчас быстро пройду и... пробежимся. Все, поехали дальше. Не касаясь воды и земли. О, ничего себе, обезьянка. Можно нам передохнуть? Нет. Пока нет. Ну, я вообще не собираюсь. О, еще в воду надо не упасть. Тут все очень опасно. Чтобы не переигрывать. Райдена Хейду. Опять этот. Не касайтесь земли и воды. А куда нам надо? А! Этого чувака спасти надо теперь. А, нет! Опять. Ну все. Опять. Я переиграл в какой-то момент и будем спасать этого чувака. Только этот раз не касается земли и воды. Только не утаскивай меня в воду. А ты что, плавать не умеешь? Индиец. Няуа. Няуа. Было бы лучше тебя бросить. Ну да ладно, мы добрые. Мы все-таки индейцы и будущие ассасины. По крайней мере, я думаю, что мы будем ассасинами. Ага.
Буду дальше. А теперь лезем. Куда? Туда, что ли? Давай. Спрыгнул. Все. Да, они это жесткие паркуристы, намного лучше нынешних. Я вам так скажу. Ну, в принципе, им тогда-то это нужно было для выживания, а нам сейчас это не надо особо. Я только тем, кому это нравится, кто увлекается этим, тому это нужно. А этим индейцам это нужно было для выживания, чтобы пищу находить, а так вот за поручениями ходить. Так, сюда. Ой, ой-ой-ой, нет. Там земли-то все равно касался, до сих пор нельзя. Камни не считаются за землю. Залазь, подтягивайся. Ну круто подтягивается. Ничего не скажешь. Индеец есть индеец. Даже надо так научиться подтягиваться. Это уже битва будет. Так, мы не туда пошли. Кажется, мы все-таки не туда пошли. Вот, да, мы не туда пошли. Мы пошли куда-то уже дальше. Так что хорошо, что мы даже упали, и надо будет переиграть. Главное, как теперь забрать перья этого орла. Не касаясь земли и воды. Я это смог. Ой. Ой-ой-ой. Ой. А, выжили. Я думал, мы убьемся. Птичка напугала. Нам уже хватит? Да нет, мы же герои. А, сейчас он освободит. Позови, когда закончишь. Найдите больше перьев. Найди, ну, 3 пера. Ну, 0 из 3. Нам нужно найти 3. Только как? Я даже не знаю, за что тут хвататься нам. Дали бы хоть опознавательный, не знаю, знак, куда лезть. Нет, не сюда. О, вот сюда. Наверное, вот так. Да. Первое гнехага. Вот, и дальше вот так вот, обезьяничаем. А где второе? Еще одно. Карты, что ли, нет? Давай спрыгнем. Пойдем еще поищем. Где могут еще быть перья? Орла. Ну, кроме как на самом орле, где еще могут быть? Ага, вот, нашли. Ой. Индейка. А, это было нетрудное дополнительное задание, очень даже легкое. А, мы все равно идем. Ну, я думал, ноги сломаем. А он ничего себе неплох. С такой высоты упасть и не убиться. Ни ногу сломать, ничего не сделать. Молодца. Ну все, давай. Можно уже идти домой? Да можно, можно. Ладно. Да ладно. Это вообще и ползун ужасный, и охотник ужасный. Я был прав, он толстый. Быстро убивает сразу этот кролик дар. Природе добротой за доброту? Вы убиваете кролика, вы считаете это добрым? Ужасные люди. Все.
Сануни. Только он здесь садова. А, тут прикольно охота сделана. Ой, фу, ты маньяк. Фу, ты нудрый. Поставьте ловушку. С подсказками, что мы в этой области, чтобы изучить их. Ага, вот. Тут недавно прибегал кролик. Я ничего не вижу лично. Ну, вы, может, что-то видите, я не разбираюсь в охоте каком. Так. И инструмента надо выбрать. Узелок. Узелок выберем. Поймаем его, придушим. Поставим еще одну. Где? А где? Поставь свои ловушки здесь. Молодец. Молодец. Так. Выследить оленя. Ну, оленей в Америке много. Проблем с этим не будет. Идти легче, ориентируйтесь по подсказкам, чтобы найти местоположение ближайшего животного. Ага, конечно. Я в него хотел выстрелить, о, это был бы ржач. Что, фекальки нашел? Опять понюхал. Он будет все нюхать. Доставай лук. Нет. Фу, ты жестокий человек. А мы вот так. Даже ассасину такого не снилось. Попробуем еще раз, ладно. Олень вернулся, еще раз попытайтесь убить его. Да, бедный олень. За спорта! Меньше урона. Да, короче, чем оружие меньше урона наносит, тем больше тем лучше трофей будет. Надо проверить ловушки. Может, там человек попался? Они же, может, каннибалы. Кстати, да, интересно, индийцы каннибалы или нет? Все-таки может быть дикое племя. Мозг оленя! Зачем им мозг? Своего нету. Мозг оленя, ну это же тупость. И как нам снять шкуру? Бедный кролик. А, или это олень? Нет, это кролик, он маленький. И ты тоже. За свое. Нужно бы еще, но времени мало, чтобы успеть, нужно охотиться обоим. Ты такой забавный. Поставьте ложку с приманкой, чтобы поймать зверя. Да будет живот трех животных. Окей. Кроличья лапка. На удачу. Теперь надо изучить место. А, добыто мясо. Изучить подсказку. Вроде можно поставить селок, да? Или я не прав? На куста олень ел ягоды. Ну, значит, я думаю, что тут можно поставить. Снять шкуру. Сначала с этого еще снимем шкуру. Ладно, прощай, олень. Все, теперь надо взять оружие наше. Лук. Что-то, что там, добыть мясо еще. Интересно, кого мы еще должны поймать? Олень, кролик, а кто еще? Умри, падла! Вернись! Я убью тебя! Ух ты, резвый-то какой! Резвый!
ладно, все. Повезло ему. Леса. Ага, значит, лесу еще можно. Ладно, грохнем лесу. Как-то ужасно. Изучить подсказку. Ну и чем она нам поможет? Попробуем еще раз приманить. Давай, иди сюда. Иди сюда, мальчик или девочка. А пока мы выберем лук. Я его хочу убить с ножа. Прости, олень. Ну, я тебе хоть подарил быструю смерть. Это всяко лучше. Какие еще дополнительные задания? Ой, леса еще. Ладно, пойдемте туда. Там еще где-то квовик должен быть. Маленький такой. Так и он маленький. Его трудно найти. Подсказка. Изучить подсказку. И что она нам дает? Понюхал. Здесь олень пометил землю. Фу, и ты-то нюхал. Ага. Еще один готов. Прости. И последнее, что там, какие дополнительные задания, которые он сказал. Сгодзизио. Интересно, она-то откуда знает, кто он вообще. Убить животных в воздухе, блин, мы уже не сможем это сделать, наверное. Изучить подсказку. Да как мы должны убить-то с воздуха-то, чтоб? Ага, вот так, наверное. Где Зио? Ну ладно. Тут мы не можем. Пробуем тут. Ой. Ой-ой-ой. Может здесь? А как нам залезть-то вообще наверх? А, может вон там? Вот так по скале забежим, а со скалы уже на дерево. Нет. Что у нас тут? Здесь ел траву заяц. Ну, я так думаю, по крайней мере, что можно поставить селок тут. На зайца. Думаю, получится. Нам надо как-то туда перепорхнуть. Березки есть наши русские. В Америке. В Америке. Это поражает. Тут никого нету. Всех животных распугал. Вот, вот, еще один олень. Ой, нет, стой, стой, стой. Стой смирно. Стой смирно, падла. Давай, давай, давай. Иди сюда, девочка, иди сюда. Тут не олени, а скаковые лошади. А, не удалось. Это труднее, чем кажется. Говорю. Изучить подсказку. Ну, с этого куста олень ел траву. Я угадал? С этого куста ел ягоды олень. Достали. Вот, вот, вот оно, вот оно. Вот оно. Это что? Это подсказка. Ой.
А фундаментальная память, эта зона недоступна. Да я не хочу туда залазить. И хотели прорисовывать игру, ну и ладно. Так бы и написали, что мы ленивые, мы не хотим рисовать игру, поэтому эта зона якобы теперь недоступна. Вот, попробуем еще раз. Дубль 2, индиец. Ну как бабочки. Да! Первый убит. Поставьте ловушку с приманкой. А, разом типа надо поставить, ладно. Что тут? Мне кажется, тут сходил олень. Если я прав. Здесь отдыхал олень. Ну, не отгадал. И ладно. Кстати, здесь ел траву олень. А, подождите. Вот он. Вот наш олень. Оленюшек наш. Оленюша. Так. Берем сначала. Посыпаем. А нет, сначала надо установить ловушку, как по правилам-то. А теперь покормить. Чувствуешь запах еды? Подходи. И в ловушку попади. Ну и? Почему ловушка не работает? Я же поставил ее. Нет, не удается. Может, пойду проверю силки? Животные все равно быстрее бегают. Здесь ел траву заяц. Зайчик, попрыгайчик. Ладно, пойдем поймаем зайчика. Всегда гоню. Это он такая резвая падла. Еще быстрее остальных. Ой, это охота такая трудная со всеми этими дополнительными заданиями. Я вам честно скажу. Ел ягоды олень. Да не нужен нам ваш олень, мне зайчик нужен. Для полной синхронизации. Ну, я, видимо, не поймаю зайчика. По крайней мере, мне так кажется. Он слишком трудный для ловли. Ну, пойдем на всякий случай проверим силки. Я надеюсь, уж там что-нибудь попалось. Как тут много дичи-то. Он правду говорил. Наш Рейден Худа. Как там он? Прости, зайчика. Прощай. Пора возвращаться. Поставить ловушку с приманкой, чтобы поймать зверя. Я пытался, у меня не получилось. Вернитесь к Гандароку. Ужасное имя. Надеюсь, мать раскаивается, что дала ему такое имя. Гандогон. Опять пойди нападение на деревню. Взяли вас в плен. Что случилось? Чё случилось? О! Вот это бешеный зверь. Ох ты! Что ты нам принёс? У нас сегодня будет мишка на обед. Иди сюда. Иди сюда, падла. И куда он? Изучить подсказку. Так его напугать только надо было. Я хотел убить. Не удалось. Затупил я, заслупочил, и он убежал. Печалька. Я вам честно говорю, я хотел убить медведя. Его шкура мне принесла знаменитость. Я был Рейден Худа, повелитель медведей. Привет, трус. Ну, хотя, чё трусит-то? От медведя убегает. Это такая махина. 2 метра. Да не за что, я такой.
Ничего не добыли, не добыли, я же добыл. Ого. Хм. Спасибо. Уроки охоты. Посмотри прогресс. 125. О, мы бежали в верном направлении. Кража. А зачем нам воровать? Будет что вспомнить. К чему это? Опа. А, это мать, это у них там прорицательница или как там? Шаманка, короче. И зачем ей нужен? Куда-то запустила меня. Что надо-то? Костерки какие-то. И почему? Потому что мы трусы. Ладно. У нее лицо парализовало. Он уделит и то не орихуана, не айда вода ден ходу. Ну давай, что? Покажи. Видимо, там какая-то... Ну, короче, они... Хранители знаний предтеч. Что-то типа протосов из Зелнага. Он, я же говорю. Яблочко. Мне так кажется. Вода тига. Что-то яблочко. Эдема. Ну, куды? Нане? Ага. Чтоб я поверил, что индейцы охраняли какие-то великие знания. Да ну вы будете. Кто ты? Дух? Наконец-то по-русски забыл. Где я? Ты там же, где был раньше. Если же ты спрашиваешь о том, что видишь, то это Нитсус. Здесь рассчитываются вероятности, чтобы выбрать правильный путь. Какой путь? Круто. Вероятности всякие, путь выбирать. Сбегайте столкновение в воздухе. За мной. За мной. А от чего столкновение-то? Как управлять этой махиной, я даже не понимаю. А, вот, вроде бы, управляется. Что ты со мной сделала? Выбрала форму, близкую твоей культуре. Так легче ориентироваться. В птичку превратила. Мы ждали тебя тысячелетия. Тысячелетия прямо? Ты принесешь ему последний фрагмент. И он откроет их. Кто он? Я не понимаю. И не должен. Мои слова ранят тебя. Я не желала этого. Ты важен для нас, дитя. И не представляешь, насколько. И не говори. Многие силы тайно готовятся захватить власть над этой землей. При успех они проникнут в святилище. И что сделают? Это очень трудно управлять этой птичкой. А что там плееры такого опасного могут сделать? Ты из особого рода. Прошлое, настоящее, будущее. Многие связаны с тобой. Те, кто изменил мир.
те, кто изменит, так же, как и ты. Я призвала тебя, чтобы ты узнал свой долг. Ой. Защити святилище от тех, кто жаждет уничтожить наш труд. Святилище? Какой труд? Давай, расскажу. Мне интересно. Сохранение текущего курса даст негативный исход. Какой именно? Преждевременный доступ дестабилизирует регион. Какой? Твоя деревня и род будут уничтожены. Почему? Что мне надо делать? В ассасина превращаться? По сути, да. Ух ты, какое-то дерево странное с корнями. Что мне делать? Искал того, кто займется твоим обучением. Найди этот символ. Какой? А, и этот. У тебя много вопросов. На них ответит время. Пока повинуйся. Вождем. Мы ждем чего? Племени? Рода? Себя? Будет что вспомнить. Ого. Да. Я и это провалил с треском. Ужасно. Давай, 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 просыпайся. Дезмонд там или кто? Кому теперь-то следует проснуться уже? Опять Рейден Хоу. Проснись и пой, спящая красавица. Опять куда-то нас в лес забросило. О, пора проснуться. У какого-то одинокого дерева с водой бросили нас. Что мы творим? Рисуем? А, знак повторяем, поди, чтобы запомнить. Знак Assassin's Creed. А ты как будто знаешь, что здесь символ. Спасибо, бабка. Ты добрая. О, что это такое? Ты так могла его увидеть? А кто маленький помог? Я даже не могу представить, кого не впихнуть на этот раз в историю. Ага, Абрама Линкольна? Он величественный ассасин. Спасибо. Я найду свой путь, бабка. Я вернусь. Синхронизация завершена, часть четвертая. Весь мир проваливается под нашими ногами. Все стекает, все уходит, плывает и расходится. Не думал, что уйти будет так трудно. Я надеялся обрести гордость на этом пути и чувство достигнутой цели. Но то, что тянуло меня из дома, скоро исчезло. Остались лишь вопросы и сомнения. Поспешил ли я? Совершил ли ошибку?
В деревне думали, что я ушел, потому что хотел. Что это мой выбор. Но мне так никогда не казалось. Нет. Это твоя судьба. Это не мой выбор. Это моя обязанность. О. Потому что если не я, то кто же? Да, ты это правильно сказал. Ну ладно, на этом мы заканчиваем нашу часть прохождения. Надеюсь, вам понравилось. Смотрите дальнейшие мои части. Напоминаю, с вами был Дрюманин Дрин. Обязательно подпишитесь. Если вам понравилось, лайкните. Если не понравилось, лучше ничего не делайте. Прокомментируйте мое видео обязательно. Надеюсь, мы с вами скоро встретимся. Всем удачи, пока.